Установите наружное освещение, чтобы подчеркнуть ваш ландшафт и сделать ночную прогулку безопасной. Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Иванков. Сегодня мы расскажем об освещении в ландшафте. Крупные деревья эффектно смотрятся днем, но полностью пропадают в темноте, если их не подсветить должным образом. Для этого можно использовать такой светильник или несколько. Их легко можно воткнуть в грунт и отрегулировать подсветку на ваше дерево. Вы сможете проэкспериментировать прямо на участке. Важно подсветить также входную группу. Лучше добавить не только настенные светильники возле входной двери. Два дополнительных прожектора создадут правильный эффект хорошей освещенности. Еще один важный элемент на вашем участке, который требует подсветки, это дорожки. Их можно подсветить при помощи специальных столбиков. Также можно использовать подсветку, встроенную в грунт. Но самым интересным решением будет направленное освещение. Если вдоль дорожки посадить вот такие растения, непрямым светом можем создать интересный дизайнерский эффект. Подсветка бассейнов и водоемов будет не только функциональным, но и красивым дизайнерским решением. При помощи специальных светильников с широким лучом можно создать эффект ровной, светящейся глади воды. При этом излучаемый свет может быть разного цвета. Выделяем ступени. Они, как и все элементы, изменяющие свой уровень поверхности, требуют обязательной подсветки. Для этого есть специальные встроенные светильники. Используйте ландшафтное освещение для своего участка. Это не только функциональное решение, это возможность украсить и подчеркнуть особенности вашего экстерьера.